Возвращаясь к теме экипировки, ясное дело, снимать видео с рук, несмотря на то, что там стедикам и все остальное, это хорошо, никаких проблем не будет возникать, вы будете ходить, оно у вас не будет прыгать. Все-таки цифровая камера полупрофессиональная — это вещь, но в большинстве случаев есть необходимость съемки там себя или еще чего-то со штатива. Поэтому я презентую относительно недорогой, но очень, ну, довольно качественный штатив от фирмы Арсенал. Да, вот нам сегодня на стол попал штатив от фирмы Арсенал, модель 1330. И сегодня мы посмотрим, что у нас входит в комплект поставки такого штатива и приблизительно функциональность его. Насколько он удобен. Знаете, распаковкой весьма и весьма доволен. Само устройство весьма удобно. Ручка легко прикручивается, все довольно плавно ходит. Есть возможность зажима, поджима и всего остального. Кроме этого, есть уровень соответствующий, есть сменные башмаки. Подъем при помощи соответствующей вообще рычажной системы. То есть за такие деньги я вообще не понимаю, как такая штука мне досталась. Сама конструкция с ножками. Ножки не гуляют. Конструкция довольно-таки жесткая. Все выставляется очень аккуратно. Минимальная высота, если не ошибаюсь, 450 миллиметров, максимальная высота до 1,30 м. То есть очень-очень замечательная вещь. То есть и низкие объекты можно снимать, и там поставить его повыше, и выдвинуть, и задвинуть, и повернуть, и посмотреть на уровень. И приятным сюрпризом стал чехольчик в середине. Такой блатной весь из себя и очень-очень из хорошего материала, как ни странно. Обычно в середине, если чехол, то он сделан из чего-то непонятного. Этот чехол, я думаю, прослужит мне долго. Ну что, на этом, я думаю, все с моделью 13 Arsenal 1330. До встречи в следующем видео.